Всем привет, дорогие зрители. Сегодня стоит прекрасный осенний денечек. Вот недавно я прочитал статью о том, что будет проводиться 5-й юбилейный фестиваль моделей во Львове. Ну и захотелось мне поехать, давняя моя фантазия. Вот. Только единственное, думал я, что мне взять туда с собой. И выбор мой пал на давно уже присмотренную модельку от фирмы Masterbox. Это вот такой вот французский гусар. В 32-м масштабе, как заявляет производитель. Ну, в принципе, он не сильно отличается и от 35-го известного всем масштаба. Вот я и прикупил ее. И сейчас вот будем с вами открывать ее, смотреть, что там внутри. На лицевой стороне коробки нарисован гусар. В меховой шапке это элитная рота. Пятый, как я понимаю, полк гусарский. Ну, красивая, приятная картиночка такая. Вот, вот такой вот парень. Все это в стилистике мне напомнило художника Андрея Ежова. Кто занимается наполеоникой, знает, может быть. Но тут какой-то непонятный автор. Я не знаю, кто это. 2014 год. Симпатичная такая картиночка. Ничего себе. Так, смотрим обратную сторону. И здесь у нас показаны варианты сборки. То есть вот такие вариантики у нас. Это 5-й полк в синем мундире. Он в кивере идет. То есть у вас есть варианты различных поз, различных униформ, различных всяких прибамбасиков у солдатика. Вот это вот 6-й. Уже элитная рота в меховой шапке он. 9-й на 812-й год. Так. Ну и, собственно, с коробки. С коробки. Нет, это все-таки, наверное, 7-й. А, все правильно, 7-й. Вот можно делать ему карабин у него на перехвате. То есть сабля вот так вот. Уже без ножных. Сабля на плече, вот так, интересный вариант. Вот мне он больше всего, кстати, нравится. Наверное, я так и буду его делать. И вот карабин у него заряженный. Готовится какую-то себе цель выбрать, жертву. Ну, судя по иллюстрации этой и костюму, то есть это, ну, я не знаю, подходит все на период всех основных баталий наполеоновских войн, то есть начиная с, ну, наверное, все-таки 805-7 годы и заканчивая уже самым закатом в 815 году. Так, ну что, открываем. Открываем, что внутри, мы смотрим. Такая вот коробочка, и внутри нас ждет. И внутри нас ждет один всего лишь навсего небольшой литничок в целлофане. Так. Сейчас мы его будем смотреть. Я прошу прощения, может быть, за не очень хорошее качество съемки, но пока мы тренируемся, будем пробовать дальше снимать интересные сюжеты. Вот такой вот литник у нас. То есть верхняя часть его, это представлена на конь, перепиленный вдоль и поперек, который предстоит быть собранным. Вот у него есть два варианта. Попоны. То есть либо вот так он делается, либо так. Вот. Вот такой вот конь. Гусарский. Ну и, собственно, сам солдатик. Тоже очень сильно он делен. Ну, я так понимаю, это для большей детализации, чтобы спасти как можно больше деталек в нем прописанных. Вот. Ну что, все красиво сделано, все очень аккуратно. Пластик тоже неплохой. Из того, что я увидел, ну, облой минимальный. Облой минимальный. Все достаточно аккуратно. Ни одного брака я не нашел, ни доливы какие-то, ничего такого нет. Все прописано, все аккуратненько, красивенько. Вот. Ну и
Вот такая вот картина. Ну что, с обратной стороны тоже все ясно. Вот такая вот картина. В общем, начинаем потихонечку мы его собирать. По ходу пьесы я вам, может быть, покажу, что там получаться будет. Думаю, начинать я буду с самой лошади. Вот. Ну и буду по ходу какие-то коррективы, моментики вносить. И поедем мы с этим парнем во Львов. Во Львов в конце сентября. Будем надеяться, что он мне принесет какое-то местечко интересное, призовое. Ну вот так, друзья. Всем спасибо. Впечатления мои хорошие от модели. Так что всем рекомендую. Все, до встречи в следующих видео. Пока-пока.